великий русский поэт, прозаик и драматург, талантливый художник, искусно владеющий не только кистью, но и роялем, скрипкой и гитарой, Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году в Москве, в дворянской семье. Его детство прошло в Тарханах, имении его бабушки из рода Столыпиных, в Пензенской губернии. Он рано потерял мать, а бабушка ненавидела отца и не позволяла ему видеть сына. 14 лет Лермонтов был определен в благородный пансион при Московском университете, а в 16 стал студентом Московского университета. На одном из курсов он не сдал экзамен, и ему было предложено покинуть университет, что он и сделал, поступив в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1834 году, по окончании этой школы, он был назначен в привилегированный лейб-гвардии гусарский полк. В 1835 году Лермонтов представил в цензуру драму «Маскарад», но ее сочли безнравственной и запретили. В 1837 году загневные, обращенные против правящих кругов стихи на смерть Пушкина, поэт был сослан на Кавказ. Оттуда он прислал в Петербург поэму, песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Она появилась в печати без подписи, так как цензор не разрешил ставить имя ссыльного вольнодумца и имела большой успех. Вскоре бабушка выхлоптала для Лермонтова перевод в полк, квартировавший недалеко от Петербурга, а затем он вновь стал лейб-гусаром и вернулся в столицу. За дуэль с сыном французского посланника Барантом поэт был сослан на Кавказ вторично, в Тенгинский пехотный полк. В боевых действиях он проявил незаурядную храбрость, но Николай I вычеркивал имя Лермонтова из наградных списков. После того, как власти узнали, что поэт самовольно приехал в отпуск в Петербург в 1841 году, ему было приказано в 48 часов покинуть столицу и отправиться в полк. По дороге на место службы в Пятигорске, не без тайных интриг жандармских чинов, произошла ссора с Мартыновым, закончившаяся дуэлью 15 июля у подножия горы Машук, на условиях самых кровавых. Расстояние между противниками 6 шагов, каждый имеет право стрелять до 3 выстрелов. Лермонтов выстрелил в воздух, подав знак к примирению, после которого, по правилам проведения дуэлей, противник не имел права стрелять на поражение. Но Мартынов выстрелил прямо в грудь Лермонтова. Поэт скончался на месте в возрасте 27 лет. Михаил Лермонтов оказал громадное влияние на всю последующую русскую литературу. На его поэму «Демон» Антон Рубинштейн написал одноименную оперу, а поэмам «Цири», «Песня про купца Калашникова», множество лирических стихотворений, роман «Герой нашего времени», драма в стихах «Маскарад» все они стали шедеврами русского искусства. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду чего, жалею ли о чем? Жду чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя,
Я б хотел забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел. Темный дуб склонялся и шумел.